Олимпийские игры в Гренобле. Произвольная программа в мужском одиночном катании. Этот довольно-таки забавный молодой человек, ему всего лишь 12 лет. Никто иной, как немецкий фигурист Ян Хоффман, впоследствии ставший двукратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы. Он тренировался у знаменитой Юты Мюллер и вообще вошел в историю фигурного катания. Но сейчас это, конечно же, хоть и яркое, но детское выступление.
Пройдет еще 12 лет, прежде чем Ян Хоффман окажется на олимпийском пьедестале. Он будет лишь вторым в 1980 году. Судьи тогда отдали первое место Роберту Казинсу, англичанину. А здесь молодой человек получает оценки в районе 5 баллов. Да, он начал свою программу с Луца, с поднятой рукой, но все-таки это было детское катание, и он занимает 26-е место. Тогда его тренировала Анне-Мария Хальбах, которая, как вы видели, сама же снимает его на кинокамеру. Наверное, эти кинокадры тоже можно где-то достать. Ну, сами понимаете, айфонов тогда еще не было. За артистичность примерно такие же оценки и даже пониже. Обратите внимание, один судья ставит даже оценку 4-2. И болельщики на трибунах свистят, потому что они считают, что для молодого человека это незаслуженно низкие оценки. Все же 26-е место. И вслед за Яном Хоффманом...